Мы продолжаем свой маршрут вдоль горной реки Белая, здесь Болгария. Вот видите, вышли на такое плато, переправились через реку. И вот с Иваном Васильевичем идем сейчас дальше. Вот видите, здесь какой-то мыс получается. И мы все... Ой, какие там... Там деревня. Земля. Ого, ну да, там... может быть действительно еще километров там 5 до того места. Если ты хотел меня напугать, то нет. Нет. Это не получилось напугать. Да, Иван Васильевича просто так не испугаешь. Да, бывалого военного летчика. О, смотрите, как земля осыпается. Нет, да? Угу. Вот, смотрите, мы сейчас пойдем и прям вдоль-вдоль реки. Перейдем на ту сторону. Не знаю как. Наверное, есть камешки. Здесь, и мы вот тут попробуем перейти с помощью нашего умения передвигаться. Вот видите, есть пару камешков. Да, мы переступили. Вот этот вот камешек, он подвижный. Поэтому осторожнее, самый большой, который. Вот Иван Васильевич тоже переступает. Вот, да. Браво, браво. Продолжаем дальше. Здесь два ручейка. Да, смотрите, как здесь. Ой, вот здесь вот у нас полный, как говорится. Ой, чуть не упал. Чуть не упал. Я не знаю, куда я иду. Буду я здесь переправляться или нет, пока я не знаю. Вот, но думаю, что буду переправляться. Потому что деваться некуда. Я просто куда-то иду по реке. Опа. Прыгаю, перехожу. Вот Иван Васильевич. Также. Браво, браво. Все, мы уже теперь второй или третий разряд по туризму уже. Да, вот смотрите, здесь слои какие, даже немножко синевой. Видите, сколько здесь миллионов лет пролежало. Это земля, камни. Вот мы так дальше продвигаемся вдоль реки, идем. Вот видите, это наша дорога. Она петляет. Хотите на место ее поставить, чтобы она там дальше росла? Ну, прям пару часов назад, хотите сказать? Вот такая река. Мы будем сейчас как-то здесь переплавляться через нее. Вот тут как-то пробовать, как я пока не знаю. Или вон там дальше мы попробуем, или пойдем поверху. Мне хочется туда, я правда не знаю как. Давайте я выключу, и следующее включение будет через 10-15 метров.